профайлер. Играет со мной. Ну что же, продолжим. Вот и поджал хвост. Ничего. Еще увидим его маску суперзлодея. Вряд ли это наша последняя встреча.
всех сил пытался защитить Ники, но теперь... Она убила человека. Город задыхается от преступности. Нужно спасти ее, увести, пока не поздно. Скорей. Иоланда собиралась вызвать полицию. Давай в машину. Тебя ведь подставили. Правда? Я нашел того человека. Я знаю, кто. Что? Ники, нет времени. Нужно валить. Срочно. Ну же. Все позади. Для вас точно. Но не для тебя. Все хорошо. Все пошло совсем не так, но что еще остается? Все хорошо? А помнишь, как в детстве я за тобой ходила, а ты вечно от меня убегал? Но я не сдавалась, дурочка. Я не любила ни хоккей, ни машины, ни твоих глупых друзей. Да. А все потому, что я боготворила тебя. Как и Джексон. Тогда я надеялась, что ты позовешь меня. А потом, что хотя бы оглянешься. Ну что сказать, прости.
я больше не хожу за тобой. Знаю. Ну что, малыш? Попрощайся с дядей Эйденом. Ты поедешь с нами? Нет. Дядя остается тут. Пока, Джекс. Отель Мерло. Корень зла. Из-за него моя жизнь пошла к чертям. Из-за Лаки Куина. Он хотел убить меня, мою семью. И расскажет, зачем. А потом умрет. Не надо меня злить! Иди сюда! Если заставишь идти за тобой, я тебе руки переломаю. По-моему, он там! Любишь все усложнять, скотина? А я не денусь никуда. Ты выходи и сдавайся. Если заставишь идти за тобой, я тебе руки переломаю. Стреляли оттуда, проверь. Ты заколебал по углам прятаться, свинота.